отличились по бензину. Регулярное повышение цен на кировских автозаправках не осталось незамеченным. В рейтинге регионов по доступности бензина Кировская область оказалась в числе последних, и это только по данным октября. Рейтинг составляло агентство РИА Новости. Кировская область заняла 72 место из 85. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в нашем регионе в месяц, составляет 637 литров. Цена бензина этой марки в октябре в среднем была 46 рублей 89 копеек за литр. Как посчитали эксперты, стоимость за 10 месяцев бензина выросла на 7,2%. Напомним, что это данные за октябрь. Кажется, если бы рейтинг составляли чуть позже, в ноябре, то Кировская область могла бы упасть еще ниже, потому что именно за последний месяц рост на топливо в Кирове стал особо заметен. Каждую неделю кировчане замечают, как цены на заправках растут на 30, 40, 50 копеек. При этом в региональной антимонопольной службе говорят, что внешних предпосылок к повышению нет. Даже наоборот, закупочные цены на топливо в ноябре снизились. В Уфасе за просили документы у поставщиков, сейчас специалисты проводят анализ. На днях нам обещали дать ответ на вопрос, законно ли повышение цен на бензин на кировских заправках.